вывели ее на горку и начали готовить к расстрелу. Он помолился, благословил их, и они в него выстрелили. Рука, которая благословила убийц, она осталась совершенно нетленной. К 30-летию возрождения Киево-Печерской лавры. Мы стараемся поменьше их тревожить. Потому что мы заметили, что чем меньше мы мешаем преподобным, тем интенсивнее идет мироточение. И вот такие чудеса до сегодняшнего дня совершаются в лавре и будут совершаться до последнего времени. Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия.